вже до нашого фото, але подивіться, яка просто неймовірна краса сьогодні. Відступає, але гарно відступає, як полагається, як воно має бути. Подготовка к старту. Ребят, поставьте музыку какую-то в тему. Вальс. Лебединое озеро поставьте. Витюлечка, тут болото полное. Тут уже все, каша. Давай, давай, давай. Витя, ну тут все, тут уже все, оно... Я вешу. Да. Я на пузе. Да? Ну ты прокопался раз, а во-вторых, тут уже оно болото. Ну, каш. Болотом, мне не хватает хода, колея глубокая. А. Пропускаем самое цикавое. Ого. Да, хорошо, что я объехал. О. Да. Да, у него сейчас лебедка потянула. Да. Ты что, не? Ну, лебёдка какая, блядь. Руль крути! Крути руль! Всё, давай! Хорошо, что я не поехал сюда. Главное еще памятник ставить Тойоте. А лебедка есть в Тойоте? Нету. А, тогда нет. Тогда нет. Что, Нива замыкать будет? Поехали. А. Нет. Ага. Впереди полная глина.
может. Да? Да, Женя? Ты что, веришь? Да? Берем. Братана! Кто следующий? Громко работает? Да, не Васик, белый. Или... Да, белый, не Васик. Ну, выехал тот горку, где мы там. Сшесали мы, ну, наверное. Почистили, да, хорошая горка. Да, это у нас называется подготовка к карпатскому кордону. Это киевский кордон у нас. Да. Взял с первого раза вообще просто. Налегке. Качнуло. Вот не вас и где. А что, тот твой штурман бежит? Да. За ним. Как ты так даже скажешь? Как тогда учить штурмана? Он просто по дороге с окна выпал. Вы так дубасили, да? Штаж выпал. Вот как раз там, где вы нарыли, вот он там, опа, и все. Пацаны, правее чуть-чуть, место сделайте для следующей. Да. А она бы тут не доехала. Вранглер спокойнее. Ох, запах. И этого болота с гриля, да? Хороший запах. Но я уже шестой включил. Мы едем по лесу, слышу, кто-то кричит, открывает окно, тишина. Еду дальше, кто-то кричит, открывает окно. А то гидроусилитель у Лёни в лесу дает звук, как бы кто-то кричал. И рублин, Лёня, поменяй звук гидроусилителя. Чуешь? У тебя плохой штурман. Все машины его обогнали. Недельно бегает. Смотри, это только на переднем приводе. А на переднем приводе. Да. Ты, если поедете в Карпаты, он тоже будет все Карпаты бегать, да?
То что, не берем Тойоты, не? Уху, Пусковска у вас. Чуть-чуть назад. Браво, Рол! Давай, давай! Зря ты очканул! Давай, давай! Ближе, ближе подтягивай туда. Ближе туда подъезжай. Понял, машина остановится и все. Ребята, у кого-то сигареты обычно. А, уже. Муха. Леня, гриль отвали его. Леня, гриль отвали его. Бля, чуть-чуть не хватает. Да, 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 да. Да. Давай еще назад, еще назад. Yeah.
Назад, Вить, назад! Давай, 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 давай! Ты бросай газ, еще нажми. Оп! О, еще назад! Стоп! Еще чуть-чуть! Бля, назад! О, все! Бля, Катя! Не, не поднимем. Поднимется, поднимется, давай! Не-не, уже его далеко! Уже, его уже да! Нормально, поехали! Отлично! Как раз он колею вот эту вот сейчас зацепит и все, и поедет! Нормально! Я уже так обидел шеса, и как раз он туда и списался. Снято! Нормально, тут еще до моих следов полметра. Давай, давай. Не-не-не, идеально, давай, 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 пошел. Тут порвешь. Отлично, да. Там все шрузы повылетают. Да. Лёня, так неинтересно. Welcome to Ukraine!